Всем привет, меня зовут Екатерина, и сегодня мы находимся в городе Сагунта. Сегодня мы будем смотреть с вами квартиру за 45 тысяч евро с тремя спальнями, 87 квадратных метров. Пойдемте смотреть квартиру. В городе Сагунта у нас находится замок с 2000-летней историей. Город расположен на берегу реки Палансия. И находится всего в 5 километрах от моря, от пляжа Порта де Сагунто. Рядом с городом у нас есть две коммерческие зоны, где находится огромное количество супермаркетов, магазинов непродовольственных товаров. Также есть одежда, кинотеатр, развлекательные зоны. До пляжа можно доехать на автобусе за 15 минут. Мы сейчас находимся на главной площади города Сагунто. Город очень тихий, спокойный, подойдет для семей с детьми, для тех, кто устал от городской суеты. Но несмотря на то, что город тихий, здесь есть все необходимые магазины. Справа находится центральный рынок. Также по средам здесь проходит фермерский рынок, куда привозят свежие фрукты и овощи с ближайших огородов. Их можно купить по очень дешевой цене. А теперь я приглашаю вас пройти и посмотреть непосредственно саму квартиру. Итак, мы поднялись с вами на третий этаж. Дом без лифта, и вот такой вот просторный холл нас встречает. Здесь у нас высоченные потолки, 3 метра, большое зеркало, вешалка для одежды, и сразу же проходим в первую спальню. Данная спальня у нас самая большая из всех, что есть в квартире. Здесь у нас двуспальная кровать, огромный вместительный встроенный шкаф. И также есть еще один зеркальный шкаф, где вы можете хранить свои вещи. Кроме того, здесь у нас два окна, оба у нас экстерьер, выходят на улицу. Большое окно выходит у нас на красивый сквер с фонтаном. Проходим дальше. Здесь у нас вторая спальня, проходим в нее. В данном случае она выполнена у нас в виде кабинета, но вы можете переделать ее под спальню, как пожелаете. Также окно выходит на улицу, на сквер. И проходим дальше. Налево по коридору нас встречает третья спальня. В этой спальне окошечко у нас выходит в патио. Это маленькая спальня, ее можно оформить как гардеробную, а можно как спальню по вашему желанию. И здесь у нас большая гостиная, которая разделена на две зоны. При входе у нас зона столовой с большим стеклянным столом, большим количеством стульев, то есть может вместиться большая семья. Окно у нас также выходит на сквер с фонтаном. Практически все окна в этой квартире у нас выходят на сквер с фонтаном. И во второй части этой гостиной у нас вот такая зона отдыха с диванчиком. Такая интересная арка. Также окно выходит на сквер. И здесь можно установить телевизор, хранить книги, обустроить по своему вкусу эту зону. Проходим дальше. Хотелось бы отметить, что квартира очень светлая за счет большого количества окон. Также у нас в гостиной есть еще одно окно, несмотря на то, что оно выходит в патио, за счет того, что это последний этаж, попадает также очень много света. И далее мы проходим с вами в кухню. Кухня у нас вытянутой формы, есть окошко в патио, там можно сушить белье. Есть у нас гарнитур кухонный, достаточно большой, угловой, большое количество мест для хранения, двойная раковина, есть стиральная машинка, есть также стол, на котором можно быстро перекусить, позавтракать, чтобы не идти в столовую. Газовая варочная поверхность, есть также духовой шкаф, вытяжка, все не новое, но рабочее. И также есть холодильник, который можно также поменять по желанию, если не хотите, чтобы такой старый был. И большое количество поверхностей для готовки хозяйкам будет удобно. И проходим в ванну теперь. Все помещения в этой квартире достаточно большие, также и ванна.
для Испании очень хорошего размера. Есть непосредственно сама ванная, большая, полноценная. Есть унитаз, биде, есть у нас зеркало с подсветкой, шкафчики для хранения, раковина с каменной столешницей. Давайте резюмируем. Главные бонусы этой квартиры. Квартира у нас большая, 87 квадратных метров, с большими комнатами. А также вот эта терраса верхняя, вы можете здесь отдыхать, организовать свое пространство. Здесь есть растера, в котором вы можете хранить свои велосипеды, какие-то личные вещи. Это очень удобно, чтобы не загромождать квартиру. Кроме того, здесь прекрасный вид на старинный замок Сагунто, Кастель Сагунто. Квартира у нас находится в историческом центре города Сагунто, в пешей доступности от вокзала города Сагунто, на котором вы за 30 минут сможете добраться до самого центра Валенсии. Также здесь рядом находится автобусная остановка, на котором на автобусе вы также можете доехать до Валенсии. И также ходит автобус непосредственно до самого пляжа. Стоимость квартиры всего 45 тысяч евро. Я считаю, что это великолепная цена для такого предложения, потому что здесь прекрасно все, и расположение, и квартира. Ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети, Facebook, TikTok, Instagram. Меня зовут Екатерина, мои контакты будут в описании к этому видео. Увидимся в следующих видео, пока!